Мужчины каких знаков не любят женских ухаживаний? Ласка, любовь и забота – то, что многие молодые люди хотят от барышень. Мужчины начинают романтические отношения с понравившейся дамой, чтобы получить все вот это перечисленное. В большинстве случаев они воплощают в реальность желаемое, начинают купаться в комплиментах избранницы, наслаждаются ее знаками внимания. Но некоторые парни не любят ухаживания девушек, не считают их приемлемыми. Рождаются они под несколькими знаками зодиака. Близнецы. Эти легкомысленные и свободолюбивые молодые люди могут сами о себе позаботиться. Близнецы будут сами выбирать развлечения, будут брать то, что им нужно. Если девушка проявит инициативу, будет стараться им угодить, все подать и принести, то представители созвездия выйдут из себя. Они могут даже скандал устроить, чтобы избранница оставила их в покое, чтобы дала им возможность действовать самостоятельно. Весы. Любую помощь, любые ухаживания представители данного зодиакального созвездия считают нарушением личных границ. Да и скучно становится весам, когда им ничего не приходится делать. Они могут сами о себе позаботиться, могут решить все бытовые вопросы самостоятельно. Если дама хочет поухаживать за весами, то ей нужно не афишировать это, а тайно сделать что-то для них. Скорпион. Личное пространство у парней данного знака огромное. Скорпионы любят быть одни, предпочитают, чтобы у них не мелькал никто перед глазами. Если дама будет слишком активно им помогать или даже просто интересоваться положением их дел, то мужчины этого знака могут даже разорвать с ней отношения. Их раздражает чрезмерная заботливость. Они считают ее проявлением навязчивости. Не стоит нарушать правила, которые устанавливают представители названных зодиакальных созвездий. Только в этом случае с ними можно построить романтические отношения, в которых не будет места скандалам и ссорам. Дорогой друг, есть ли среди описанных сегодня знаков твой? Что думаешь по поводу нашей характеристики? Не стесняйся оставить комментарий о том, насколько, по-твоему, она соответствует действительности. Нам всегда интересно узнать мнение наших подписчиков. Коммент, лайк и подписка под видео. Хорошего дня и до новых встреч!